хотелось бы поговорить о такой с виду невзрачной рыбке, как ёж. Уха готовится именно из этой некрупной маленькой рыбки. Крупного размера, максимум где-то около 250-300 грамм. Поговорим о методах ловли этой рыбки. Ушицу, наваристую, ну а без верша и уха не уха. Поговорим о степени ловли и в зимний период, и в летнее время. Охота на Камчатке. Камчатский снежный баран. Трофейные экземпляры.